Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, вратарь команды Полин Кады Александрович. Как сегодня игра прошла? Ой, хорошо, спокойно, первый тайм сделали 4-1, спокойненько в оборонке отыграли. Вы с Эбби играли, да? Да. Как вам соперник? Соперник, в принципе, неплох, но мало ударов по воротам. Они катали-катали по углам, пытались, но не создали толком угроз. Кто сегодня особенно отличился в вашей команде? 13 номер, Владислав Мальцев, 2 гола, 2 голевые передачи. В принципе, сколько моментов было, все реализовал. А так еще защитник хороший, Виталик, 3-й номер. Бросался под удары, хорошо открывался, почищал сзади. То есть вопросов к нему вообще не было. А самый какой опасный момент вам соперник сегодня сделал? Самый опасный момент, это, наверное, когда не закончился голом. Это прострел с фланга по центру, 2 метра 4 до ворот, и Виталик под мяч бросился. Там, в принципе, расстреливали меня.